Итак, сегодня у нас 17-е. Еду я с очень тяжелым грузом. Скорость 45. Тяжело на подъемчик идет. Это только может быть один сигнал, что организм хочет быстренько выйти на улицу, исправить свою человеческую нужду. Прям невозможно, едешь, сука, проехал, вот 48 километров, ни одного не было места, где можно было остановиться, и вот 200 метров в бугорок, сейчас будем останавливаться. В общем, на таком проплатье вот я был, вышел на улицу и почувствовал запах, не пойму, то ли сцепления, то ли тормозов, так как очень часто нажимал на педаль тормоза. Вот там, наверное, тормоза уже немножко как бы задымились. Вот, сейчас выезжаю. Нужно так выехать, чтобы никого еще не сбить. Здесь я был несколько раз в этих местах. Как раз с Наталькой, со своей супругой. Опять резкий подъем. Невозможный. Вот, моя фура говорит, я в шоке. Подъезжаю к месту, где прям вот такое ощущение, как будто бы скалу распилили. Справа часть оставили вон. Ну и слева тут прям сплошная такая идет стена прям. И вот справа, смотрите. И прям на этой части скалы, она небольшая, прям деревья растут. Обалдеть, да? Место называется Итх. ИТХ. Здесь с правой стороны летом отдыхают мотоциклисты. Здесь очень и очень много мотоциклистов. Здесь тоже мы с Наталькой, ну, 2-3 раза точно были. Извилистая дорога такая вот. И как бы она вот мотоциклистам нравится очень крепко, да? Теперь дорога идет вниз. Прям такой склон жесткий. Сейчас будет мою фуру разгонять. Мне нельзя этого, потому что груз до того тяжелый, и он прям распределен на всю высоту контейнера. Поэтому легко перевернуться. Вот такая вот красота, смотрите. Вот, к сожалению, не могу я полностью, в полной мере, своими глазами насмотреться на эту красоту, потому что больше концентрации на дорогу, на повороты, на руление, торможение. Тормоз отпускаешь. И фура поехала. Вот очень резкий вниз. Не знаю, здесь, наверное, ну под 7-8-9% такое ощущение. Вот, навстречу едет фура. Прижимается правее. Боится почему-то. Не знаю, здесь места очень много. Вот так вот. Торможу. Ой-ой-ой-ой. Ёшкин свет. Чувствую, прям уже запах пошел жесткий такой тормозов. Прямо вот третьих чувствуется. Ну, как бы нет опыта у меня такого, да, крепкого, по таким дорогам ездить с таким весом. Стоит фуром. Можно ехать максимум 30. Резкий поворот направо. Нам нужно притормозить. Встречная машина. Опасно. Резко направо, поэтому нам нужно взять немножко левее, чтобы не зацепить бордюры. Вот так вот узко. Становится все уже и уже. Я знаю, там дальше дорога вроде бы будет сужаться еще больше. Выехал с этого поселка. Вот так красиво здесь. Я помню здесь вот эти вот места, когда летом эти деревья зеленые, пышные такие, сочные такие листочки эти зеленые. И так красиво здесь, очень красиво. Но, видать, мне суждено ехать постоянно за рулем, потому что супруга за рулем, допустим, если на легковой машине, и я вот в машине, она говорит, я рядом, типа она рядом, а я должен рулить. Она мне типа доверяет. Я говорю, я тебе тоже доверяю. Она говорит, не, я тебе больше доверяю. Вот, поэтому вот на такую красоту я не могу вот никак вот насмотреться, потому что нет возможности, да? Тут какой-то ремонт. А, тут, наверное, дерево упало, скорее всего, да. Поэтому нужно быть немножко осторожным.
Нет, тут они просто подстригают с левой стороны, убирают эти вот мелкие деревца. Чем я старше становлюсь? К 40 годам. Вот уже как бы больше всего начинаю обращать внимание на вот эту вот природную красоту. Ну, в Германии, конечно, ее здесь достаточно. Так, подъезжаю я к кольцу. Нам нужно повернуть здесь налево. Что-то у меня камера. Не знаю, вот Huawei P40 Pro. Как бы изначально, когда я ее только купил, такое было качество прям замечательное. А потом со временем выходили прошивки новые, эти апдейты. И с каждым разом камера все хуже и хуже стала записывать видео. У меня там моя GoPro-шка лежит. Девяточка. Ну там уже на аудио герет, на роды, там уже батареечка почти села. Я не стал ее до конца садить. Как бы потому что, ну, не хочу убивать я. Герет еще совсем новенький. Вот так вот. Видите, здесь вот узко уже. Приходится прям прижиматься прям на край асфальта. Тут можно удариться. Я вот помню хорошо, вот в этих местах, по-моему, немножечко там дальше, летом, вот когда все зеленое такое, сочное, а здесь такой климат немножечко прохладненький, все равно такие, как говорится, сопки, да? И так красиво вообще, так все прям кажется, как будто ты в рай въезжаешь, да? Вот не входишь, не влетаешь, а въезжаешь. А тут, конечно, слева немножко что-то как-то тут неаккуратненько. Вот, открытый вид. Как красиво, боже ты мой. Какая-то база стоит, тут, наверное, или курей разводят, или, может, коров держат, не знаю. Сейчас посмотрим, может быть, увижу что-нибудь. На встречу мне фура едет, уже быстренько проехать, посмотреть. И я увижу и скажу, что там. Ой, коровы, коровы. Так, заезжаю в поселок Венцин, Ланкрайс Хильдесхайм. Пакет вылетает на дорогу. Нет, остановился. Вот здесь, смотрите, какая постройка. Вот так. Здесь необыкновенно. У меня уже рука устала снимать, ёшкин свет. То есть держать. Снимать-то я не снимаю, это камера снимает. Я просто сотовый телефон держу, да? В руке. Так, мне сейчас нужно в сторону Ганновера. Часть Ганновера называется Орталь, короче, называется Лятцен. И оттуда я уже зайду на семерочку и поеду в сторону, уже можно сказать, Бремена. Мне ехать надо в Бремен. Там контейнер полный отдать и потом без контейнера, с пустым шасси, мне нужно ехать в Гамбург. В общем, продолжаю движение. Резкий спуск и резкий направо. Ну, для фуры он резкий считается, если что. Езжаю в поселок Мариенхаген. Без понятия, как они выговариваются. Потому что мы такие названия для русского менталитета, для русского парня, русскоговорящего. Эти слова как бы, как будто бы это какой-то шифр. Так, там стоит для фур. Фуры здесь имеют право ехать только 30 км в час. Чего-то здесь боятся. Может, когда-нибудь что-нибудь случилось с фурой на большой скорости. Поэтому они решили здесь как бы немножечко фур притормозить. Кстати, мне пришел штраф. На прошлой неделе меня сфотографировало. Я превысил всего 11 километров. И за это превышение, за это нарушение, я заплатил 40 евро штрафу. Так, тут стоит пропусти. Встречный транспорт. Я обязан прижаться правее и поехать дальше. Вот так здесь узко все. А говорите, дальнобойщик — это тот, кто просто едет. Шучу, конечно, не все говорят. Так говорит мой братишка. Да что там дальнобойщик, нифига не делает, только рулит. Я говорю, да-да, попробуй. Как бы он ни разу не ездил на фуре, именно за рулем, да?
Поэтому легко говорить. О, как резко солнце, как будто бы пожелтело, а потом резко такое светлое солнце стало. Прям игра цветов. Боже, у меня рука уже онемела. У меня рука правая онемела. Перехвачу на левую. Лава есть. Фу. 12 минут видео выходит. Я поставил на... Что там, 1080 вроде бы. П. Немножко она полегче будет, но все равно она записывает так... Ну, тяжелые видео получается, очень тяжелые. YouTube, как бы, конечно, он захлебывается, когда принимает это видео подобного формата, даже не 4К. Вот тоже вот красивые места, деревья вот такие вот. Всегда меня вот пленит вот такие вот места, где вот справа-слева деревья. Особенно, если я еду на мотоцикле или на машине немножко побыстрее. Так они мелькают справа-слева, как будто бы ты катапультируешься. Вот. Храни в себе свой огонек, чтоб только не погас он. При встрече отогреюсь вмиг в такой любви прекрасной. Почувствую, как на губах твоих нектар небесный нас поцелуем вознесет над миром этим грешным. Нет, не хочу я медлить. Прочь! Мои желания, мысли, страсти такой любви перенести не в силах я. Дождаться, чтоб час тот все же наступил. И нас накрыло вечным. И мы по ветру поплывем куда-то в бесконечность. Этот стих я сочинил пару недель назад, прям в дороге, примерно за 10 минут. В общем, видео получается уже почти 15 минут. Я представляю, наверное, она будет весить около, думаю, наверное, 4 гигабайта, 5 гигабайт запросто. Вот. Записывая видео, такое ощущение, как будто бы время остановилось. Конечно, если бы еще камеры находилась бы, как вон там вот на штативе бывает, я ее поставлю просто. У меня там видео как бы есть. Я записал, но вот домой я был приехал, у меня там 10 часов паузы была, я пока покушал, пока там собаки, пока там с детьми, с супругой пообщался, и там осталось мне 7 часов спать, да, как бы с видео заниматься не очень много времени остается, да, поэтому как бы вот, в общем... Одна у меня SD-карта, карта памяти на 128 гигабайт полностью забитая. И вторую я уже туда, первую вытащил, вторую засунул, и вторая там уже какую-то там, какая-то часть забитая, да. Ну, надо домой приехать, поработать. Я работаю с Adobe Premiere Pro. Платил раньше 35 евро, потом ушел от этой программы. Думаю, ну, слишком дорого. И они мне прислали, в общем, скидку там 23 евро в месяц плати и, типа, пользуйся. Вот я уже, как я не знаю, сколько уже, наверное, год и пользуюсь. Blitzer in 500 метров. Вот видите, вот мне говорят, что у меня спереди меня блица через 500 метров. Даже не знаю, насколько. Сейчас опять будут говорить. Вот такая вот церковь. Аккуратненькая. Fester Blitzer in 300 метров. Если бы еще знать, сколько здесь можно ехать вообще, с какой скоростью, было вообще хорошо бы. 300 метров, говорит, близко будет. Так, я надеюсь, мы успеем. Fester Blitzer in 300 метров. Опять 300 метров. Fester Blitzer in 100 метров. Не понял, я ее не вижу. 100 метров, где она? А, вот она, вот она, вот она. Я приторможу до... Так... Тормозил до 30, потому что часто поселка бывает скорость 30, да? Сейчас такие пошли эти фотоаппараты, что они прям распознают, фура, не фура. Вот. И, в общем, я когда работал, вот с Nikon Z6, и как бы на него купил я видеорекордер, как он называется, Fujin, там, Zibn, там, какой-то там хорошие деньги стоил, да? Вот, именно... Он записывал формат ProRes, но с этим форматом, да, он был тоже очень большой формат, да, там любое, там одна минута выходила, там, я не знаю, ну, бешеное, как бы много гигабайт, да, но зато с ним работать было просто сказка, он такой плавный, такой нежный. В общем, приехал я в Бремен, и из-за крепкого ветра
ну, которого, конечно, на камере сейчас не увидишь, видно не будет. Кстати, солнце такое, вон, прям так из-за тучек вышло. Камера, конечно, немножечко убирает эту яркость. Вот, понижая ISO, да? Вот, у меня стекло лобовое грязное, нужно чуть-чуть вот так вот. Вот, и из-за этого ветра, скорее всего, штаперфарер, ну, тот, кто вот ставит и снимает контейнеры, ну, вот, вот, вот такие вот шасси, да, мы их называем здесь в Германии. Ну, он, наверное, не работает. Не знаю, а мне еще в Гамбург ехать. Как дальше будет, без понятия. Будем посмотреть. Ну что, добрый вечер. Вот так вот мы работаем. Началось сегодня в 7 часов утра. И вот, пожалуйста, уже, можно сказать, 6:30 вечера. Я только еду в Гамбург. Мне еще примерно около 35 километров. Прям до места. Там нужно будет забрать пустой контейнер. Конечно, не знаю, повторяюсь, не повторяюсь. Вот, видео так записывается рывками. И мне можно сегодня работать по закону до, ну, в общем, 13 часов. Если я в 7 начал, то в 8 до 20:00 мне можно работать. Да? Получается еще 1.5 часа. Мне за это время нужно контейнер забрать, потом отъехать в сторону, найти место, где можно будет сделать хорошую паузу, 11 часов, и вот так вот, как бы день мой прошел. Будет немножечко шумно, я окно открыл, хотел, чтобы не через окно, левую сторону, от того места, где я еду снимать. А, как говорится, с открытым окном, потому что все равно как бы блики есть, да, такие вот, как бы, ну, артефакты такие в видео. Вот я окно открыл, вам видно, как вот, вам видать, как я еду по Кёльн-Бранденбрюке, висящий мост в Гамбурге. Вот так красиво все светится. Это уже здесь проходит Эльба. Темно, конечно, камера поднимает ISO на максимум, сколько можно, наверняка будет немножко рауша, ну, рябить будет видео, ну, я думаю, что вы поймете, я простой дальнобойщик, у меня профессиональных камер нету, ну, как бы была профессиональная у меня, как считается профессиональная, все равно любительская, я же рассказывал, да, Nikon Z6, вот, ну, как бы такой камерой снимать в дороге вообще не было бы удобно, да, там такой вес был, там только двумя руками и то на некоторое время. Вот так все красиво светится. Я уже съезжаю. С левой стороны уже ничего не видать так крепко. Вот. В общем, подъезжаю я на фирму. Надо быстренько забрать контейнер. Наверное, опять повторяюсь. И думаю, что, может быть, еще выйду на связь. Если не выйду, тогда спасибо за просмотры. В общем, приехал я на фирму HCS. Забирать контейнер, я не знаю, что-то не там встали. Блин, конечно, я вижу, что видео рябит жестко. Три там эти штапера, которые возят пустые контейнеры, встали и ничего не делают. А у меня времени осталось. Вот так показать, если вы видать, нет? 21 минута, и все, мне нужно делать паузу. 11 часов. Мне примерно езды до следующего места, где мне можно остановиться, в принципе, на таможне там где-то около 12-15 минут езды, поэтому, в общем, если в течение 6 минут мне не привезут контейнер, тогда я не знаю, что я буду делать, придется нарушать, это не очень хорошо, поэтому вот так вот мы живем, дальнобойщики в Германии, не знаю, как в России, в Казахстане, там, в бывших странах СНГ, оптом вообще так все строго с этим делом, но у нас здесь в Германии очень строго. Штрафы поподнимали.
Поэтому не очень так крепко хочется платить их. Тем более, что это мне в принципе даже не надо. Я ж не больше денег зарабатываю, не меньше. Вот. Вне зависимости от того, сколько я проработал, я получу свои деньги. Выехал я уже только что из фирмы HCS в Гамбурге, которая находится. Забрал сороковку. Это контейнер-холодильник. Вот. В основном эти контейнеры мы возим на фирму Шторк, которая производит сладости всякие разные. Ну, я думаю, что все знают Тофифи, Нимцвай, Кноперс. Вот такие вот сладости, да? Эта фирма производит то, что там часто бываю. Вот осталось у меня 11 минут именно рабочего времени, не езды. Поэтому вот сейчас даже этот светофор, который у меня будет держать, он мне считается уже как будто бы в данный момент, в данной ситуации не совсем товарищ. Чем дольше он меня держит, тем больше он меня бесит. Поэтому вот так вот у нас все интересно получается. 11 часов паузы, поэтому с видео, наверное, буду сегодня работать. Все сделаю. Потом просмотрю, если видео понравится, выставлю в интернет. Так, светофор, ну так, нормальный парень. Меня пропустил так быстро, долго не держал. Опять мы едем в сторону Кёльн-Бранденбурга, это мост висячий такой в Гамбурге. Кто бывал в этих местах, тот знает, что это такое. Может быть, кто живет в Германии, слышал о таком мостике. Закон подлости. Подъезжая к светофору, он включается красный. Бывает же такое, да? Все же знают, что такое бывает. Вот, если вот направо повернешь, ну там несколько фирм есть таких крупных. Одна из них, вот именно куда я частенько ездию, эта фирма называется CTT, Шопен 91. Осталось 9 минут. Надеюсь, что успею. Так, я уже поставил температуру на 28 градусов. Включил побольше вентилятор, чтобы кабина изнутри пока что нагревалась. И печка у меня сегодня будет греть 28 градусов. Не знаю, как у кого, какой МАН. Вот я же на МАН ездил, да? Как вы правильно поняли, кто в этом разбирается. Холодная машина, очень холодная. Даже вот на улице сейчас 8 градусов. Ну, думаю, ночью будет примерно около 3 градусов плюс. 4, наверное, вот так вот. Если я поставлю на 27, то я ночью замерзну. 100%. Вот, знаю свою машину, ездил на ней уже вот 3 года. Вот проехал 371 721 километр. Все сам. Если я отпуск делаю, то машина стоит возле моего дома. Шеф разрешает ее ставить возле моего дома. Конечно, я ее заранее мою, навожу порядок, и она стоит чистенькая. Пока я в отпуске, вот она меня ждет. Мне осталось всего 7 минут. Ни в коем случае нельзя нарушать ни одной минуты. Потому что в сутках 24 часа. Я 3 раза делал уже по 15 часов, я рассказывал, да? И получается как бы 15 плюс 9 это 24, да? Вот. И так же самое, если мне нужно делать 11 часов паузу, то мне можно работать только 13 часов. Получается 13 плюс 11, 24 часа. Вот, если, к примеру, я на одну минуту даже нарушу, больше проеду, даже на одну секунду, то получается, что я как будто бы в сутках как будто бы 24 часа, там, допустим, и одна секунда. Вот здесь я буду делать паузу. На таможне с правой стороны. Поэтому мне нужно держаться как можно правее, потому что сейчас будет уходить поворот направо. Если я левую сторону возьму, тогда уже я туда никак не попаду. И автоматически попадаю на нарушение. Вот. Здесь все моргает. Здесь у них стройка идет. Вот они. Этот вот 7-й автобан. Это получается мост 7-го автобана, который идет в сторону туда. В сторону идет Фленсбурга. В сторону Дании. Нужно проехать через Эльбтуннель. Проехать город Фленсбург. И там уже совсем рядышком Дания.
Молдавская республика. Так, на желтый я не остановлюсь, потому что времени у меня совсем нет. Вот таможня. Заезжаю я сюда. Куда он поехал? Вот парень. По идее, нельзя сюда заезжать. Здесь одностороннее движение. Так, осталось 5 минут. Так что, ребяточки, я успел, можно сказать, так вот. Давай мы встанем, наверное, где-нибудь здесь вот с левой стороны. Прям посередине. Тут, по идее, на таможне паузу делать нельзя, потому что, ну, так прописано, да, что если они узнают, что ты делаешь паузу, то 50 евро штрафу. Вот, поэтому я эти шторки не закрываю, как будто бы я вообще куда-нибудь вышел вот так вот, да, типа я не паузу делаю, не знаю, всегда так помогало, разов уже 20 делал паузу, и всегда помогало, все четко. Так, осталось мне до 15-часового рабочего дня 4 минуты, и вот я обязан сделать 11 часов паузы. Ставлю на паузу, отлично, все, и теперь можно спокойно идти спать. Всем спокойной ночи. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам приснится. Глазки закрывай, баю-ба. Что-то он туда-сюда мотается, дурачок. По кругу мотается. Вот, ну все, давайте, пока.